И начнем с дорожных новостей. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. На трассе Ивацевичи Пинск-Столин пьяная автоледи остановилась по требованию дорожной милиции и уснула прямо за рулем. История началась с того, что внимание экипажа ГАИ привлек Volkswagen, который вилял из стороны в сторону. Правоохранители догнали подозрительную машину и попросили шофера остановиться. Когда к автомобилю подошел один из инспекторов, он заметил, что женщина лежит без сознания. Первая мысль – человеку стало плохо за рулем. Однако нет, оказалось, что 42-летняя автоледи просто спала. При этом в салоне стоял резкий запах алкоголя. Позже героиня призналась, что выпивала на даче, а затем решила отправиться в Пинск. Освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 2,6 промилле алкоголя. В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Ей грозит не только крупный штраф, но и лишение водительского удостоверения сроком на 3 года. И, как сообщает дорожная милиция, всего же за прошедшие выходные задержано 169 человек, которые сели за руль пьяными.